Здравствуйте, уважаемые зрители! Вдвойне здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала! С вами я, Ведьмак. Сегодня в рубрике «Пробуем на вкус» мы посмотрим игру The Middle-Earth Shadow of Mordor, то бишь Средиземье Тени Мордора, как она у нас переведена. Я уже немножко знакомился с материалами по игре. Ее создала компания Monolith под крылышком Warner Brothers Company. Собственно, в Warner Brothers сейчас находятся права на лицензию, я так понимаю, по Средиземью, в принципе. Вот, что это за игра? Это некая проекция Assassin's Creed на, собственно, вселенную Средиземья. Вот, при этом с боевкой в стиле Batman Arkham серии. То есть beat'em up с такой текущей, плавно текущей боевой механикой, когда у нас персонаж прыгает от врага к врагу и, собственно, всех побеждает. То есть не механика Assassin's Creed, которая там зажала одну кнопку контратаки и всех победил. Немножко другое. Вот, игра с открытым миром. Максимально отдаленная, насколько понимаю, от фильмов. Действие у нас происходит в Мордоре. Вот. Давайте мы начнем с вами с настроек графики, поскольку недавно они произвели, скажем так, довольно неприятное впечатление на игроков, когда, собственно, товарищи опубликовали системные требования и указали, что для ультра текстур требуется 6 гигабайт видеопамяти, что довольно странно, учитывая, что у большинства людей стоят видеоадаптеры, ну, 3-4 гигабайта на борту. 6 гигабайт это скорее нечто, скажем так, из ряда вон, типа Титана. Вот. Даже если у вас две карты в слай режиме стоят, да, у каждой по 3 гигабайта на борту, это означает, что у вас все равно по-прежнему 3 гигабайта на самом деле видеопамяти, а не 6, они не складываются. Вот. Но к чему я все это говорю? Скажем так, визуальная игра не представляет собой там что-то особенное. И очень странно, что требуется Ultra HD текстур пак 6 гигабайтов. А на самом деле я вот выставил настройку качества текстур на ультра. Все настройки, в общем-то, тоже стоят на ультра, ну, за исключением размытия движения, я его терпеть не могу. Блевотная, честно говоря, настроечка. Во всех играх я ее отключаю принципиально. Вот. Проверил на бенчмарке, который здесь вот есть, вот тест производительности. Он мне выдает что-то порядка от 40 до 60, ну, точно, на самом деле, до 70 FPS. То есть вполне прилично, учитывая, что у меня стоит одна видеокарта GTX 780. Возможно, я не уверен, но Ultra HD пака текстур просто-напросто в игре еще нет. И по умолчанию настройка ультра, она как бы подсовывает текстуры высокие. Высокого качества, не знаю. Ладно, я уже довольно много говорю, давайте начнем. Я сразу скажу, не буду делать прохождение по игре, потому что по песочницам, честно говоря, мне не хочется. Ладно, продолжим чуть позже. В стране по имени Мордор, где распростерся мрак. Здесь, на склонах Роковой горы, темный владыка Саурон был повержен силами последнего союза людей и эльфов. 2500 лет следопыты Гондора стояли здесь дозором, высматривая неизвестного врага, чье имя было давно позабыто. И в то время как сила Гондора увидала, мощь и злоба Саурона крепли во тьме. Он возвратился в Мордор. Тень и пламя пали на черные врата, и никто из смертных не устоит на их пути. Как-то так. Thank you.
is a perfect swing for killing chicken. Wouldn't want to hurt you. It'll take a lot more than that. Dear Hyle, the mighty chicken killer. Come on. Come on. Show your father what you have, huh? Так, я так понимаю, мы начинаем играть. Как можно видеть было по ролику... Ой, что-то с камеры она упоролась. Текстуру не сказать, что прям поражает воображение, да? Боевка в стиле Бэтмена. Появляется на дорогом значок, и мы нажимаем правую кнопку, чтобы... собственно, атаковать противника. Точнее, контратаковать, что я несу. Опа, накрыло. Ты морда страшная, урочья. Сыночек рубает турков капусту. Держите левый shift, нажмите, чтобы произвести казнь. На тебе! Оп! Оп! Зарезал! Это я? Я просто не очень понял, что произошло. Не получи! Оп! 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 Отъехал. А ты бей быстрее. Чё с освещением? Оно какое-то странное, заметили? Какое-то зеленость красное. Ой, что-то они нападают. У меня несколько в глазах рябит, что ли. От всего блестящего, что я вижу. Да не хочу я захват. Давай я убей его. Так, иди сюда. Пошел. И все, что ли? Ну, ладно. Вот видели, да, какая-то странная молния? Она все осветилась зеленым и розовым почему-то. О, это были воспоминания, я так понимаю, да? Am I dead? You are banished from death. Жена, видимо, да? Погибла. Цветочек у нас есть для нее. И правда. Ом-ном-ном. Happy anniversary, my love. Alien, this is beautiful. Where did you find it? I still have a few friends left in Gondor. Did you talk to my father? Yes, I did. And nothing has changed. He's still very stubborn. I say we go anyway. Yeah, I will not come willingly. There must be a better life than this. Not now. But soon. I'm just so tired of hiding here, Talion. Ah!
Так. Возможно. Так, наверное, у нас сейчас будет обучение стелсу, да? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Оп! Готов один. Оп! Тихо, родной. Бушкой он свернул кость. Лежать, севка. Ах ты, скотина! Откуда ты вообще взялся такой страшный? А все равно же ее убьют. Смысл сдаваться оркам. Чёртая рука. О! Руку раздробил нафиг. Ну, какая-то база пьяная. Хватит меня лупить. Я найду тебя, ты в моем списке! Это что за хрен? Плохое начало. Нас убили. What is this place? See for yourself. Этот белый парень, насколько я знаю, Келли Бримбер. Или как-то так. Banished from death, cast adrift between the worlds of light and dark. Curse binds us together within the walls of Arda. If what you say is true, then how do we break this curse? We find the one who cast it on us, the Black Hand of Sauron. Какие-то странные загробные голоса между делом в загрузке идут. Я не знаю, зачем это сделано было. Перековать. Ну давай перековывать. Блин, что-то... Так, вместе с башнями-кузницами вы открываете новые воспоминания призрака. Клево. Открыт доступ к новым заданиям. На карту нанесено расположение собираемых предметов, а также полученные мирианы. Окей. Спрыгните вниз, бла-бла. Ну ладно.
У-ху! Прыжок веры. So, we missed one of you at Narcos, eh? An easy mistake to fix. Страшная штыхаря. Так. Я играю с клава мыши, потому что здесь именно нужно пользоваться луком. Так бы я, в принципе, может быть... Так, у меня что-то кончилось. Это хрень, которая позволяла мне целиться. Видимо, какая-то концентрация. Че? Я не успел понять, че я. Ой, я что-то делаю. Блин, я же просто блокирую. Зачем мне включать? Ладно, пока не очень понятно, слишком много всего. А ну иди сюда. Я пошел. Оп. Зараза. Ну, пока что все очень просто. Боевка абсолютно бэтменовская. Удержите. Да блин, я не успел прочитать. Уже что-то удерживать надо. Тебе что надо? Ты еще нормальный. Так. Сейчас мы его завербуем в нашу шайку. Допросить. Возьмите противника, чтобы допросить, нажмите пробел. Блин. Иди сюда. Говори, говорю, говори! Ты че? Я тебя вижу! Окей. И вот тут начинается то, что, собственно, отличает эту игру от простейшего Assassin's Creed. Это, собственно, социальная сеть орков. Теперь вам известна личность Гимуба. Это поможет выследить его. Его прозвище Работорговец. Ясно говорит, чем он занимается. Для предложения нажмите пробел. Капитан ветеран. Еще узнали его рейтинг силы, по которому можно предположить, легко ли с ним справиться. От рейтинга силы врага зависит и награда за победу над ним, а именно руны, улучшающие оружие, и R, сила, набирать которую, ну или это, видимо, P, power, требуется для получения доступа к новым уровням способностей. Цель находится здесь, основное задание. Короче, мы можем выслеживать и всех этих капитанов и убивать их, либо вербовать свою шайку. If one can trust an orc, trust has nothing to do with it. His thoughts cannot lie. Какой-то страшный парень. Сгнивший весь такой. Так. Золотые значки — это продвижение по сюжету. Красные обозначают борьбу урков за власть. Белые значки — побочные задания и собираемые предметы. Награда... как-то там М, что-то там требуется для улучшения. Работорговец, дух Мордора, клево. Мириадны, смотреть запись. Это монеты, вычеканные эльфами-кузнецами региона, ценились во всем Средиземье, как и Итильдин, блин, ненавижу эльфийские эти названия, в переводе лунозвездный, которым эльфы украшали свои двери. Эти монеты делались из мифрила, добываемого гномами. Они имели хождение среди представителей разных рас, например, на рынке Казадума. Чтобы почтить гномов, с одной стороны монеты чеканили изображение двери Дурина, а с другой его великую кузницу. Во второй эпоху темный властелин Саурон безжалостно и неустанно уничтожал мирианы, и теперь эти монеты остались редким наследием давно погибших королевств.
Надо сказать, я не фанат Толкина, не фанат... Nothing makes sense. Nothing has changed. This is how it will be. The future and the past are linked in darkness. I don't understand why I'm here. And I can't remember. Let's go find the slaver. His mind may provide answers. Clever. Что хотел сказать? Да, я не фанат вселенной Толкина, не читал никогда Сильмариллион, или как-то так это называется, дополнительный лор, который составлен по большей части фанатами книг. Я читал в свое время всю трилогию, читал Хоббита. Он меня не заметил, как так? Ладно, не важно. Теперь он сломался. Чуть-чуть периодически игра потормаживает, но это может быть связано с тем, что она у меня загружена на... не на SSD-шник? Не знаю, может быть, видюха немножко не справляется. Периодически такие, скажем так, не фриза, а замедление присутствует. Ладно, о чем я говорил. Так вот, лор, я так понимаю, все это у нас происходит задолго до событий трилогии. Поэтому... не стоит ожидать здесь знакомых персонажей. Я могу спрятаться в кустах, наверное. Придите в мир призраков, чтобы найти Итильдин. Что такое Итильдин? Да, и в этой игре я смотрю тоже, как в Assassin's Creed не обошлось без башен, которые надо открывать. Че? Сведения. А что такое Итильдин? Это же бабло. Армия Саурона. Так вот, про социальную сеть орков. Там позади, так понимаю, стоят самые главные командоры прочей армии. А вот здесь обычные представители там. Ветеран, капитан, какие-то там еще выше-выше. Вот, мы будем встречаться с этими персонажами. При встрече мы можем их либо убить, мы можем их завербовать на свою сторону. Нам будут в дальнейшем показываться отношения этих орков между друг другом. Мы можем принимать решение там стравить их между собой, там... одного, короче, поднять, другого понизить, или обоих, короче, убить. Вот, а может быть, одного продвинуть вперед, другого сместить. В общем, такая вот вся лабуда. Это, по-моему, очень прикольно. То есть мы действуем как будто из тени такой, знаете, мастер марионеток рулит орками так, чтобы свою пользу повернуть дело. Этого, по-моему, очень сильно не хватает в Assassin's Creed, потому что там все довольно тупо, тебе говорят, иди убей. Ты идешь и убиваешь, и все. Здесь ты как-то уже сам принимаешь решение, что ты там сделаешь там. Вот. Это первая фича игры. Че это за хренотень вообще? Ладно, давайте пойдем пока по сюжету, потому что я... Что там происходит? Я ничего толком не вижу. Кто там орёт? Ты чё за хер? Короче, они что-то нехорошее делают. Да, надо сказать, скорее всего, подтормаживает у меня именно из-за текстур. Не сказать, чтобы они выглядели особенно красиво. Так, если посмотреть, да... Ну, позор же. И на это 6 гигов тратится. Да, вы не смейтесь надо мной. Понятно, что это открытый мир. Здесь довольно много приходится отрисовывать. Но все равно. Проблема, скорее всего, в поганейкой оптимизации. Ладно, я очень много времени, наверное, уже потратил. Что-то здесь есть, по-моему, да? А, персонаж у нас паркурист. Его, так сказать, смерть дала ему возможности, которых у него, видимо, не было при жизни. Вот. Он забирается практически на все. И вроде как можно при перемещении постепенно ускоряться, выполняя различные паркуристые трюки. Так, ладно, давайте пойдем по заданию. Мне все хочется обшарить, а только это орка. Ой, что они делают? О, они злятся.
Так, что у нас тут? Сведения. Это получается, мы можем допросить этого парня, да? Пью. Время, я это смотрю, замедляется и дает мне возможность вполне спокойно пострелять. Да не, я в этом режиме вообще ни хера не вижу. Обучение настороженность. Значок на игровую руку обозначает его настороженность. Желтый ищет источник шума, красный знает о вашем присутствии. Да как-то вообще насрать, если честно. Че ты варишь, придурочный? Да, я здесь. Во, это наша тень. Как знаете, в Splinter Cell Conviction и так далее. Показывает место, где орки вас последний раз видели. Вот, можно спрятаться там и, собственно, отсидеться, скрыться. Они будут искать вас там, где вы были до этого. И приятные мелочевки. Стелс-система, я так понимаю, здесь не слишком такая нужная, сильно развитая и так далее. Но она присутствует и позволяет делать всякие вещи. Так, я могу на него... Короче, спрыгнуть и убить. Да блин, это как-то не очень. Пасть завали. Так, сглоб советник. Так, допустим. О, видели, появился призрак. Прикольно. Пока что мне хочется тупо подраться. Ничего особенного не делать, просто подраться. Так вот, в чем здесь соль? Орки именные, которого мы сейчас встретили, мы можем их завербовать, вытрясти из них информацию и тому подобное. Фишка в том, что если мы его сейчас не убьем, он нас запомнит и при следующей встрече отреагирует на это соответствующим образом. Типа, а, это ты опять там трали-вали. А если он нас убьет, вот, мы воскреснем, но потом тоже при встрече он там взорвет. Да я ж тебя уже убил! Как так? Ну и тому подобное. Довольно прикольная система. Игра как-то подстраивается под вас. Да блин, я все хочу его схватить и сделать там что-нибудь нехорошее. Блин. Эй, сюда. Сейчас его убьем. Чтоб не мешался. Ладно. Так, иди сюда. Да блин. Сюда иди. Блин, я отжимаю контрол, надо его держать, чтобы... Говори, говори, говори. Suffer, bitch. Говори. Так. Мы можем узнать о некоторых... Если над капитаном появится значок, значит его можно найти где-то неподалеку. Кораблёва. Но это мы его и взяли, собственно. Выберите цель, которую хотите узнать побольше, чтобы выяснить, в чем капитан уязвим. Добудьте сведения о нем. Ну, раз мы охотимся за этим парнем. Вот это, кстати, по-моему, парниша из дополнения, кажется. Он может стать нашим френдом. Зафрендим его через местный Facebook. Так, давайте о нем сведения узнаем. Получены новые сведения. Вот, теперь мы видим его подробности, его слабости и его преимущества. Совет, его лучше бить боевым добиванием. Совет, его лучше бить дистанционными атаками. То есть мы уже знаем, как лучше всего подобраться к этому противнику, чтобы нанести ему больше урон. Вот, также у него есть преимущество. Приходит ярость, если он горит. Может быстро убивать чудовищ, при этом слабо чувствительный к урону от них. Далеко прыгает вперед, наносит удар.
может развернуть противника, никогда не пугается, не бежит с поля боя. То есть такие вот информации мы о противниках узнаем. Это тоже та часть, которой определенно не хватает в Assassin's Creed. То есть мы заранее собираем информацию о нашей цели, пытаемся выяснить, как лучше к ней продвинуться. Это, по-моему, очень интересная находка. Я его, кажется, сломал. Вообще, я не хотел его убивать. Что забрать? А. Руны, да, мы можем на мечи, на меч, на лук и на наш кинжал гравировать руны. Каждая руна, она, ну, они бывают разные, типа качества, да, как лук Диабле, там, от белого до эпического, ну, что-то типа такого. Вот обычные руны, они дают определенные проки процентарные, ну, то есть определенный шанс, что произойдет какое-то событие. Да, вероятность полностью восстановить здоровье, когда счетчик серии удара достигнет 30. Вот, 37% шанс, например, это нам дает. По-моему, как бы это как вариант. Это обычные руны. А легендарные руны, они просто какую-то того пассивку дают. Добивание в бою наносит дополнительный урон капитану. Ну, например, давайте ее гравернем на наш меч. Вот. У меня, видимо, легендарные сейчас выдали за предзаказ, что ли, потому что больше мне ничего в голову не приходит. Вот, руны можно менять, убирать, ставить обратно, повышать, в случае, если мы их найдем. Вот такая вот загогулина. Ну что, событий пока маловато, давайте еще куда-нибудь сходим. Да, определенно, чуть-чуть подтормаживает игра. Может быть, из-за того, что я записываю. Может быть, из-за того, что все-таки мне памяти не хватает. Я пока не уверен. Надо будет тестить. Вот. Я запишу, наверное, 2-3 серии. Какая-то травка. Остановить здоровье. Так у меня полное здоровье. Сорван Нифридил. Клево. Смотреть запись. Ну, можно почитать там маленькое растение, бла-бла. Не думаю, что это интересно сейчас читать. Что у нас? Где я вообще нахожусь? Объясните. А, здесь. Вот, мы можем пойти, например, открыть башню. Или мы можем пойти и, например, вот побочное задание какое-то выполнить. Где? Где? Пойдем по бочку что-то посмотрим. Давай. Тут там разговаривают все время. Да, находимся мы, как вы понимаете, в Мордоре. И ожидать здесь каких-то визуальных красот, наверное, не стоит. Тут все мрачное, затянуто дымом. Кругом коричневая такая земля, руины и все такое. А, меня спалили. Зарезан! Ну, пока что урки мрут вообще как нифиг делать. Я думаю, что всякие там сложные капитаны, да, они будут позлее. Эти разлетаются только так. Ребятки. Вышку ему воткнул, вилку. Свидание. Enter, открыть способность. Ага. А тут у нас, в общем-то, прокачка персонажа. Ну, это естественно. Как сейчас без прокачки, ни одна игра без прокачки не бывает. Прокачка у нас тройная. Первая прокачка это, собственно, способности. Казнь. Когда счетчик серии ударов заряжен, нажмите А, чтобы совершить казнь своего противника. После 8 последовательных попаданий счетчик серии ударов покраснеет, и ваш меч засияет. Значит, что счетчик заряжен. Ну, конечно, я хочу это. Типичное комбо добивание, как в Бэтмене. Потом, вторая у нас называется особенность. Это была первая способность, это особенность. Она покупается за вот эти вот местную валюту. Митро... Короче, на М. Как-то так. Повышает здоровье, дополнительные стрелы, дополнительное сосредоточение. В общем, такие вот пассивные, видимо, обилочки. И, наконец, третий. Это прогресс по различным, в общем-то, по заданиям по игре, я так понимаю, по заданиям, по испытаниям,
по всяким челленджам, по находкам артефактов. Короче, если мы все это найдем, нам будет хорошо. Если мы выполним там определенный набор заданий, нам тоже будет хорошо. Что будут давать, не знаю. Обидно будет. Вот. Ладно. Я вроде как поставил меточку, давайте до нее доберемся. Черные врата. Ада. Начать задание. Серебряная молния пробивала брешь за брешью в рядах армии темного властелина. Враги умирали, даже не успев ничего сообразить. Создайте легенду с клинка Ахарна. Создайте? Ну ладно. Давайте создадим. Удерживайте шею. Пробел, чтобы бежать. А, это, я так понимаю, нужно... Это испытание. Нам нужно убить определенное количество за определенное время. Почему пауков написано? Это же урки. Нам нужно убить, короче. Мы создаем легенду среди орков, и они будут бояться. Это тоже часть игрового процесса. Орки, они как бы все запоминают здесь, и если мы их напугаем вот таким вот, такой вот тактикой террора, они нас будут бояться впоследствии, будут рассказывать эту легенду. Вот. Может, у меня сейчас не получится, я не знаю. Как бы не получится, не получится, получится, получится. Особо упарываться не буду. Возвращаясь к тому, что я не хочу делать прохождение по этой игре. Именно из-за того, что здесь можно всячески... упарываться по коллектиблсам, там, по собираемым предметам, по куче побочных заданий, я не люблю делать такие прохождения. То есть мне нравится играть самостоятельно в данном случае. То есть задротить понемножку. Assassin's Creed, когда я проходил, там, ставил себе цель, например, открыть все башни, да, открывал все башни, а потом забивал на игру, там, неделю и так далее. То есть она не очень подходит для создания прохождения, ну, по крайней мере, в моем понимании. Поэтому я не буду делать его. Вот, но я сделаю... где-нибудь три серии вот такой вот в стиле пробуем на вкус, который постараюсь показать основные аспекты игры. Пока что все. Спасибо, что смотрели. В дальнейших сериях постараюсь рассказать оставшиеся аспекты игры. Скорее всего, далеко по сюжету продвинуться не получится. Прикольно, хоть прозрачность там. Далеко по сюжету продвинуться не получится, но... сколько получится, получится. Насколько я знаю, в игре где-то 10-15 часов основного геймплея, основного сюжета. То есть она не очень длинная. В основном упор сделан на то, что заниматься Мордором. Так качественно, так обшаривать все локации, делать все задания. И это круто. Вот. С вами был я, Ведьмак. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, оценивайте, приходите смотреть следующую серию завтра. Всем пока.